Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Вот я добрался и до записи. Рабочая неделя в разгаре. Разъезды, обработка снимков, разработка программ для вебинаров. Ну и занятия разные, как свои собственные, так и... В общем, дел по горло. Но обещал сделать дополнительный розыгрыш. Буду его сейчас делать. Итак, повторюсь, вернее, уточнюсь. Мы сейчас проведем дополнительный розыгрыш на бесплатное участие, на еще одно бесплатное участие. На онлайн-курсе Екатерина Упит «Цвет и объем. Простые способы получения ярких снимков», который вот произойдет 12 ноября и уже завтра. Для начала поясню, в чем, собственно, проблема. Когда я провел первый розыгрыш, это было в воскресенье, мне написали несколько людей. Некоторые написали с искренне и вежливо, то есть с желанием разобраться. Некоторые, ну, честно говоря, написали с какими-то обвинениями и с некоторыми даже оскорблениями, что, дескать, я что-то нечестно сделал. Я вначале вообще не понял, о чем речь. Потом, значит, суть претензии состояла вот в чем. Что люди вот здесь не могли, видите, найти свои комментарии, да, и поэтому я как бы их при розыгрыше не считал. Ну, то есть они как бы остались за гранью розыгрыша, да, потому что их комментарии как бы они сами не находили, и я их комментарии не находил. Это действительно какой-то не то чтобы глюк, а некое такое, ну, изменение в механике отображения постов, вот видите, нету комментариев, да, и так как, в общем, и оказалось, что тут нету именно 44 комментариев, то есть 44 первых комментария скрылись с наших глаз, и они, собственно, как бы не участвовали в розыгрыше, да, то есть вот комментарии Дины Халимулиной, это уже комментарий под номером 45. Это действительно несправедливо. Я, правда, в этом не виноват. Виноват контакт, но, учитывая, что я этого не знал, это как-то несправедливо. Так же самое было бы несправедливым лишать, ну, участия того победителя, которого я назначил. Это, повторюсь, Лена Нарейко, да? Ну, то есть, как бы я честно выпал номер, я честно отсчитал, честно сообщил человеку, что он выиграл, и было бы, ну, очень неправильно писать, что, ой, извините, я тут вот ошибся. Поэтому Лена Нарейко остается победителем и идет на наш онлайн-курс. Но из-за того, что я ошибся, мы разыграем сейчас еще одного победителя, именно уже среди 44 людей, которые не учитывались при первом розыгрыше. То есть с номера 1 по номер 44 сейчас будут участвовать. То есть 44 участника, которые первыми написали, вот участвую в конкурсе. Итак, как это сделать? Как их увидеть? Вот смотрите, когда я нажимаю теперь по времени, да, и перехожу вот сюда уже, да, вот сюда, опа, здесь уже мы видим все комментарии, вот они все, вот самый первый комментарий, и вот поехали, и я вот, честно говоря, заранее посчитал, что все действительно совпадает, и вот 45-й комментарий, это... Как там у нас звали эту девушку? Вот Диана Халимулина. Это уже комментарий 45. Я это считал. Вы можете сами вот зайти на эту страничку и все именно вот так вот четко посчитать. Поэтому сейчас мы заходим на random.org наш. На random.org. Вводим. Сейчас вначале зайдем. Я тут... У меня загружается видео, поэтому интернет довольно медленно работает. Но это не важно, главное, что работает. Вот, естественно, ставим номер 1, а последний номер 44. Подчеркиваю, сейчас будут разыгрываться вот все комментарии от вот Мелания Тенерифе, да? Это вот как, это номер 44, да? До самого, то есть первого комментария. До Анастасии Ефремовой. То есть, или наоборот, от Анастасии Ефремовой до Мелании Тенерифе. Интересный никнейм такой.
То есть это, подчеркну, 44 человека. И вот кто-то среди них, поскольку они тогда остались за бортом розыгрыша, то теперь кто-то будет вторым победителем, полноправным, то есть победителем, который пойдет на курс бесплатно. Итак, нажимаем «Генерить». 22. Ух ты, как круто, ровно наполовину. Итак, сейчас участник под номером 22. То есть отсчитываем от первого, да? И поехали считать, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Это Дарья Полозова или Полозова. Если что, Дарья, извините, ну, за ударение. Вот, Дарья Полозова, давайте еще раз проверим. Давайте еще раз проверим, чтобы все было четко, да, смотрим. Здесь номер 22. И давайте посчитаем. Посчитаем с 1 по 22 номер. То есть, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Дарья Полозова. Давайте перейдем на страничку Дарьи и посмотрим, как она выполнила наши правила. Потому что если она правила наши не выполнила, вдруг, ну, по какой-то причине, то мы прямо в розыгрыше об этом укажем и выберем другой номер. Открываем страничку Дарьи Полозовой, ну, добавим ее в друзья на всякий случай, и посмотрим, а что, собственно, ну, как выполнены наши требования. И что же мы видим? Что перепост есть. Он сделан 4 ноября в 19.03. Дальше по правилам нельзя было ничего постить в течение 3 часов. И мы видим, что следующий пост был 5 ноября в 18.35. То есть более чем через 3 часа. То есть все правила полностью выполнены. И поэтому Дарья Полозова или Полозова объявляется победителем номер 2 или дополнительным победителем. Справедливость, друзья мои, я думаю, восторжествовала. Все честно. То есть розыгрыш был один и розыгрыш был второй. Даже более чем для вас это и честно, и выгодно, потому что вместо одного победителя получилось два победителя. Сейчас я Дарье об этом напишу и приглашу ее на завтрашний онлайн-курс Екатерины Упит, который называется «Цвет и объем. Простые способы получения ярких снимков». Так что у нас все честно. Участвуйте в наших конкурсах. И если вы видите какие-то ошибки, то предметно мне на них указывайте. Без обвинений, без ничего. Я хочу вот за то, что мне предметно указала на ошибку единственный человек, который вот без обвинений подошел к вопросу, а разобрался в ситуации и показал мне, где, собственно, была ошибочка. Это Людмила Макиенко, или Макиенко. Ей большое спасибо, Людмила. И вот вы поучаствовали в том, что справедливость восторжествовала. Вы участвовали, я видел, в конкурсе, к сожалению. Вы видите, не победили. Случайные числа распорядились по-другому, но в данном случае мы уже про вас не забыли, и вы в розыгрыше полноправно участвовали. Более того, даже шансов было как бы и больше. Но, увы, но вам большое спасибо. Всем спасибо за понимание. Приходите на наши мастер-классы, участвуйте в наших розыгрышах, вступайте в наши конкурсы и т.д. и т.д. и т.д. Все, спасибо.